Всем привет, ребята! Приехала я к крестной с ночевкой, понести ей вечерю. И вот такое чудо меня встречает. Если видно, то хорошо. Я ближе подходить не буду, мешать отдыху. Козочек, вот еще одно чудо встречает. Это козы. А вот это чудо ко мне вышло. Что это за чудо? Скажи мне, что это за чудо? Ты мальчик или девочка? Какое ты чудо, а? Эти чудо выходят ко мне и ластятся. Какой ты красивый. Ластятся, ластятся. Вот это чудо второе. Три кедышки. Нет, четвертое. Там три козы. И вот такое вот трехцветное чудо. Это девочка. Да, красавица. И девушка красавица. Я вовремя включила камеру. Да, ты мне нравится, да. Красавица. Красавица. К Джелли Кэт подошла кошка. Конечно, мой канал о кошках. Кстати, я взяла с собой кое-что. Вот что я с собой взяла. Пэтов. Красуль, ты маленькая, да? Ты малышка, да, еще? Малышка. А ты танцор, да? А ты танцор, да? Да, ты танцор. А размурчалась. Сейчас я поставлю пакет свой. И сюда. Кс-кс-кс. Куда ты? Ты долго думала? Вот она. Кошечка. Трехцветная кошечка. Ой, как она вылеживается. Ладно, я пойду дальше, малыш. Куда ты лезешь, там конфеты? Все, я пойду дальше. Вот козочка. Такая злюка там сидит. И совсем не чудо. Котя осталось вылеживаться. Котя осталось вылеживаться. Потеряла меня. Для кого ты вылеживалась? Ты меня потеряла, да, котик? Ты меня потеряла? А для кого же ты вылеживалась, красавица? Писанная. Чё ты? Ты домашняя, наверное. Хотя тут каждый, наверное, домашний, потому что частные дома. И, если честно, я не знаю вообще, куда идти, потому что я когда была у крестной, я глупо не замечала, куда мы шли. Сейчас я ей позвоню. Вот такие места здесь. Собака мимо меня лаяла, и козы, и кошки, и в общем красивое место. Какой-то вот готик тоже бегает. А вон опять козочка. Я, наверное, с вами, ребята, буду прощаться, но сегодня вас ждет распаковка на свежем воздухе, потому что у меня новые пэты. Точнее, не распаковка, а просто обзор до нового видео.